Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередной видосик по нашей всеми любимой игре Танки Онлайн. Сегодня мы покатаем небольшую каточку. В игре у нас новое обновление. Теперь битва по 10 минут. Если режим ЦП, то только до 50 точек максимально. Также у нас появились ежедневные задания, продлились наши неделечки. Теперь цепочки у нас будут доходить до 10 недели. Все это, в принципе, уже всем было известно. Обновление только вышло. Ну а мы сегодня пооткрываем контейнеры. Посмотрим, что сегодня нам выпадет. Вчера я выполнил 4-ю неделю цепочек. Как раз таки. И получается, что закончил неделю 4-ю. И сразу же на следующий день уже выходит у нас цепочки до 10-й недели. И сразу перескакивает на 5-ю недельку. Не знаю, как у всех других игроков, пока не узнавал у своих ребят. Но у меня уже 5-я неделя началась. Давайте откроем первый контейнер. Посмотрим, что у нас с него выпадет. 125 ускорений. Слабовато, слабовато падает. Скатаем эту каточку, в принципе, до конца боя 5 минут. Ролик получится где-то на 6-7 минут. Небольшой такой вот. Покатаем, попробуем нагнуть эту каточку. Не знаю, получится у меня или нет. Игроков в данной битве маловато что-то за нас. А значит, шансов на победу тоже мало. Давайте попробуем позвать кого-нибудь. Возможно, кто-нибудь перейдет, поможет мне. Сейчас увидим. Но мы попробуем понагибать, пооткрывать контейнеры. И будем, конечно же, надеяться, что что-то годное сегодня у нас выпадет из красочек. Если вы посмотрели превьюшку, то вы, наверное, подумали, что это кликбейт или что-то в этом роде. Типа, фу, банка опять зажрался, дизлайк тебе поставлю. Ну, если ты слушаешь и смотришь это видео прямо сейчас, то я открою гаражик и покажу тебе данную красочку. Да-да, эта красочка у меня наконец-таки вернулась в мой гаражик. Наконец-то мы ее выиграли. И все у нас по красоте в последнее время происходит. Меня это очень даже радует. Ребятки заслужили эту красочку, и вся наша команда огромные молодцы. Ну а мы перейдем к открытию следующего контейнера. Хотел сказать уже кейса, но в принципе кейса, да, окей. Что могу сказать по кислоте? 125 минут. Что могу сказать по кислоте, то это безусловно одна из самых красивейших красок. В плане красок киберспорта, по моему мнению, это самая красивая краска. Самая нагибаторская, самая красивая. Лучше я не знаю, что может быть. Синестезия, может кто-то скажет, что она красивее. Но я бы поспорил, я бы поспорил. Безусловно, это самая красивая красочка. Если у кого-то имеется другое мнение по этому поводу, то напишите в комментарии, какая красочка вам нравится больше всего, а также комментируйте в принципе данную запись под видео, потому что буду выбирать победителей на золотые ящики. Возможно, в будущем буду разыгрывать не только золотые ящики, но и промокодики на контейнеры. Все вы знаете, что месяц ютубера ТО заканчивается, а это значит, что уже начиная со следующего месяца у меня будет буду иметь промокодики, лучше так как бы сказать. И поэтому все мои промокодики, которые мне выдадут с программы YouTuber TO, я буду разыгрывать между своими подписчиками, и победителями станете, возможно, именно вы. Поэтому пишите комментарий данному видео, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте обязательно палец вверх, и возможно именно вы выиграете. Возможно, это будет промокодик,
Возможно, золотые ящики, а может даже и кристаллы. Мы сейчас откроем последний контейнер и посмотрим, что мне все-таки выпадет. Опять это будет белая полоса или, возможно, с третьего контейнера мне что-то все-таки выпадет нормальное. Давайте откроем. И это белая полоса, 3500 кристаллов. Ну, если учесть тот факт, что до этого мне упали нитры с минами, то 3500 кристаллов это куда еще не шло. Ну, а в принципе я буду, ребятки, заканчивать данный видосик. Открыл контейнеры, кислоточку, про кислоточку рассказал, да. В принципе, можете считать, что это кликбейт, но для меня это не кликбейт, это выигрыш кислоты. И это первое видео на данной красочке. Поэтому, если понравился видосик, то обязательно поставь палец вверх, подпишись на канал, если еще не подписан, приходите к нам на стримы. В ближайшее время мы будем разыгрывать много золотых ящиков, а также промокодики. А на этом все, с вами был мистер Ванька. Всем спасибо, всем пока.